Доброго дня! Тема сегодняшнего видео – как открывать вкладки в Chrome в новом окне на компьютере Android и iPhone. Итак, подписывайтесь на канал и поехали! Первоначально покажу на компьютере. Делается это очень просто. Если вы пользуетесь поисковиком Google Chrome, открываете его, вводите какой-то запрос и затем вот здесь вот в углу появляется нужная нам настройка. Значок шестеренки, настройки, настройки поиска. Спускаемся чуть пониже, и здесь имеется пункт «Открывать результаты». Ставим галочку и обязательно сохраняем. Нажимаем «Ок». Все у нас сохраняется. Теперь для того, чтобы изменения вступили в силу, возвращаемся обратно, ну либо можно было обновить. Также вводим нужный запрос, и теперь вот эти вот вкладки будут открываться в новом окне. Как видите, вот здесь вот появилась новая вкладка. Что касается телефона, давайте покажу на андроиде. Открываем также Google Chrome, набираем какой-нибудь поисковый запрос и хотим, чтобы у нас они открывались, получается, в новых вкладках. Но они открываются также в той же самой вкладке. Что нужно сделать для этого? Вот здесь в углу нажимаем три точки, спускаемся чуть пониже и ставим галочку, где пункт «Версия для ПК». У нас видоизменяется Google Chrome немного, и также, если увеличим, то в углу заметим тот же самый значок шестеренки. Нажимаем по нему «Настройки поиска» и переходим в «Настройки поиска». Здесь у нас отображается тот же самый пункт в новом окне. Ставим галочку и также обязательно сохраняем. Подтверждаем. И все. Теперь уже при переходе на нужную нам вкладку, она будет открываться в новом окне. Что касается iPhone, ситуация примерно такая же, только там само меню немного другое. То есть, смотрите, также набираем какой-то запрос. У нас выходят вкладки, нажимаем три точки, спускаемся вот так вот. Версия для ПК. У нас появляются те же самые настройки. Также включаем настройки поиска. Также включаем в новом окне. Сохраняем. Настройки сохранены. И все. При нажатии на интересующее нас, оно будет открываться в новом окне. А это окошко, оно здесь. Для того, чтобы вернуть обратно, как было, просто включаем обратно мобильная версия и ищем уже так, как нам удобно. Только при этом уже вкладка будет открываться в новом окне. Вот, смотрите. Также выключается это все на андроиде и на компьютере. Ставьте лайки, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал. Если хотите знать еще больше, то переходите на вкладку в главное, там есть плейлист по лайфхакам и оптимизации. Ну, в общем, переходите, смотрите, подписывайтесь. Будем рады всем подписчикам. Пока-пока, до новых встреч, до свидания.